Жуткую историю на Алексеево, где женщина упала в провал с горячей водой, похоже, просто замнут. Об этом нам рассказала сама пострадавшая. Виновных в ЧП так и не нашли. Напомним, еще в мае мы рассказывали, женщина гуляла со своим внуком во дворе дома. И прямо под ее ногами на детской площадке провалилась брусчатка. Коляска с младенцем чудом осталась на краю пропасти. Из ямы с горячей водой Надежду Смирнову вытаскивали очевидцы. После ЧП пострадавшая написала заявление в полицию. А районные чиновники, уверяет она, обещали ей помочь, даже выделить путевку в санаторий. Пока ее, говорит Надежда, она так и не увидела. Но в соцзащите Ленинского района ей выдали матпомощь 15 тысяч рублей. Ну а в полиции, рассказывает женщина, ее отговорили писать заявление о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело нет смысла заводить, так как у меня были только легкие ссадины и ушибы, не причиненные вреда здоровью. Но материальный и моральный ущерб, он говорит, вы имеете право подать в течение 3 лет. Ну, я вот собираюсь, но я не знаю, как это, с чего начать, первые шаги. Там же в полиции, говорит Надежда, ей заявили, раз сети бесхозные, то и виновных, получается, нет.